Hello guys, welcome back to my channel and I'm going to show you my day routine. Мы вот вышли, время уже где-то 8:40. 8:40, а мы выходим только из апартаментов. Я не буду вставать. I'm meeting you so long time for 30 minutes, I think so. So this is our outfit for this day. So вот так вот, ребятки, мы находимся в универе, а не в парке. Вот. Тебе холодно? Посмотрите, я просто все куртку делала, еще на себе не обувь. Она просто пиджак, потому что ты еще не купила, да? Тамам без факультета мизе экластык. Сейчас тоже орадан гирибелер. Бен шоле гиричем. Это у нас сейчас кантин. Это Тоха. Тоха, скажи привет. Скажи свои ощущения на ощущения, как ты сходила на свой урок. Было интересно и непонятно. Было интересно, но непонятно, вот. Здесь, кстати, висят стажировки, например, скоро уже открывается, уже открылась Башфорд на Эрасмус. Так, ребята, я вышла с пары. Сейчас посидела в универе возле своего факультета. И сейчас мне нечего делать, я пошла домой. Иду домой, точнее. Вот, здесь у нас, видите, синяя крыша, это у нас бассейн здесь находится. Это у нас супермаркет шоу, ребята. Вот так вот чипсы стоят, смотрите. Вообще, я не люблю чипсы. Уже не люблю. Это у нас столовая. Новая столовая, между прочим. Вот, ребята. Жади недавно всем получила свою... подписчикам Афи. Да. Всем привет. Вот видите, смотрите, моя карта студенческая. Какая красотка, я тут. Вот так вот, ребята, это у нас что-то наподобие кёфте, это здесь у нас салатик, это у нас бюрек, это у нас сок. И, кстати, здесь дают такие стаканы, раньше давали в пластиковых стаканах, видимо, они экономят. Вот. Либо не экономят, а заботятся об экологии. Мы сейчас вышли только что со столовки. Она делает у нас механе. Мы тут стоим, ждем нее. Азербайджан, Туркестан, Азербайджан, кардешис. Просто за мной, за компанию, с компанией, да. Всем еще раз привет. Мы вышли только что с урока. Урок был вообще такой прикольный. Это был только что макро, либо микро, экзисад. Да, экономика, по-моему, была. И вот, там были такие всякие штуки. Короче, нас у физулища рядом прям стоял. Рядом стоял. И, короче, он спрашивал, что-то, как переводится... А, что вы делаете... В Казахстане, что вы делаете, кар максимизацион или минимизацион? Я вот это слово максимизацион не могла говорить.
на турецком 3 раза повторила, и даже сзади кто-то сказал «Татла!» Я такая, блин. И мне он сказал, хотя бы скажи на русском языке. Я сказала, и как максимизация, вот. Дошли в Зару, в Эспарк, и просто тупо мы гуляем. Я устала, ребята.